Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей и сайт фокусыотморяка.ру. И в этом видео я подготовил для вас очередной фокус, который называется «Дамы против королей». Ну что ж, не будем делать долгих вступлений, сразу перейдем и посмотрим, как он выглядит. Окей, друзья, для того, чтобы показать этот фокус, я воспользуюсь колодой Bicycle Outlaw. Это одни из моих любимых карт. Кого она заинтересует, то ссылку на обзор этой колоды и на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к видео. Итак, друзья, давайте для начала, конечно же, уважим нашу колоду. Перетасуем ее так аккуратненько, любя, чтобы у нас все с вами получилось, чтобы мы не спалились и все прошло у нас хорошо. Для начала я возьму четырех дам. Так, дама номер раз. Дама номер два. Дама номер три. И дама номер четыре. Итак, у нас здесь с вами четыре дамы. То есть это у нас первая дамочка. Вторая дамочка. Третья дамочка и четвертая дамочка. Четыре дамы, да, напоминаю. То есть еще разочек показываю. Первая дама, вторая дама, третья дама и четвертая дама. А при чем здесь короли, спросите вы? Совершенно верно, друзья. Это хороший закономерный вопрос. А вот при чем? Что стоит мне щелкнуть пальцами и провести над этими картами, как они у нас превращаются в короля номер один, в короля номер два, в короля номер три и четвертого короля. Вот такой вот простенький фокус, друзья мои. Если он вам понравился, то прямо сейчас комментируйте и лайкайте видео, чтобы участвовать в конкурсе и выиграть приз. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну, а мы тем временем перейдем и посмотрим обучалку этому простецкому фокусу. Окей, друзья, давайте научимся этой быстрой оптической иллюзии, потому что иначе ее не назвать, это просто, скажем так, тест на внимательность зрителя. Мы говорим зрителю, что сейчас мы покажем фокус, который называется «Дамы против королей». И говорим, что для начала мы найдем четырех дам. Но мы изначально вытаскиваем 4 карты, да, зрителю мы не показываем, но мы вытаскиваем двух королей и двух дам. Все они должны быть разных мастей. То есть, смотрите, я беру короля черви, дама черви, видите, мне она уже не подходит, потому что червовая масть уже есть. Далее я беру даму крести, далее я беру короля пики, и остается у меня дама буби, да, то есть вот она как раз мне попадается, я беру даму буби. То есть мы говорим, что берем для начала четырех дам. На самом деле мы взяли двух дам и двух королей. Оставшиеся карты мы откладываем, они нам не нужны. То есть нам надо посмотреть и убедиться в чем. Нам необходимо, чтобы дама лежала второй и последней. Но сейчас у меня так лежат короли. Поэтому я беру. Видите, да? Дама, король, дама, король. Надо, чтобы лежала король, дама, король, дама. То есть я сейчас могу взять, просто одну карту так скинуть вниз. То есть все, у меня лежат уже как надо. Король, дама, король, дама. Итак, начинаем демонстрировать дам зрителю. Сначала мы делаем двойной подъем. Двойной подъем. Кто не умеет делать, смотрите мои уроки. И показываем верхнюю карту. Говорим, что дама номер один, да, на самом деле у меня здесь две карты. Показываю дама номер один. Сбрасываю короля. Далее у меня дама снизу. Я захватываю карты вот таким вот образом. Большой палец, средний палец. Слистываю верхнюю карту и показываю даму номер два. Хотя у меня здесь две карты. Показываю даму номер два. Бросаю ее наверх и скидываю короля второго. Далее говорю, что у меня дама номер три. Также захватываю нижнюю карту большим и средним пальцем, вытаскиваю ее. Говорю, дама номер три и, соответственно, дама номер 4. То есть вот таким вот образом быстренько мы показали двух дам, но показали так, как будто их 4 было.
Да, если вы думаете, что зритель сразу же спалит о том, что там мелькают одинаковые дамы, то это редкость. Я как бы показывал, пробовал, да, есть те, кто палят сразу, но большинство это не замечают. Итак, 4 карты, да, то есть сначала скинули королей, наверх скинули дам. Мы берем эти карты, показываем, что 4, и теперь наша задача дам положить вниз. Переводим их вниз. Напоминаем зрителю еще раз, то есть показываем еще раз дам. То есть я захватываю теперь вот так же большим и средним пальцем держу 4 карты, слистываю верхнюю и нижнюю. А эти две из центра я вытаскиваю. Показываю дама номер 1. Хотя здесь у меня дама с королем. Дама номер 1. Скинул. Далее захватываю опять большим и средним, слистываю верхнюю лишь карту. Две оставшиеся у меня остаются. Показываю, что у меня здесь дама номер 2. И скидываю верхнюю короля. Далее показываю даму номер 3. И даму номер 4. Важно, чтобы дамы у вас были разных цветов. То есть красный и черный, да, чтобы они чередовались. Красный, черный, красный, черный. Итак, скинули наверх дам, королей опять внизу оставили. Теперь говорим, что... А при чем здесь, да, казалось бы, короли? Когда короли появятся? Ну, говорим, что мы проводим руками над этими картами. Либо щелкаем пальцами, либо еще что-то. И делаем все то же самое, что мы только что делали. Захватываем большую и среднюю, большим и средним пальцем карты. Стягиваю верхнюю и нижнюю. Нижнюю я стягиваю своим средним пальцем левой руки. Да, но только это делается, естественно, быстро. И вот так вот раз. Мы показываем. Видите, появляется первый король. Хотя на самом деле у нас здесь две карты, здесь дамы. То есть первый король. Скинули. Опять захватываю большим средним, стягиваю верхнюю карту, показываю. Король второй, да, на самом деле у меня здесь две карты. Показываю второй король. Сбросил его. Третий король. Снизу достал. И четвертый король появляется здесь. Только не надо слишком долго задерживать, чтобы вот они рассматривали все вплоть до мастей. Мелькнул король, он увидел букву К, сбросили. Мелькнул король, он увидел букву К, сбросили. То есть еще разочек. Король-дама, король-дама. То есть те карты, которые будете вы показывать первыми, должны лежать второй и последний. Итак, значит, показываем. Говорим, дама номер 1, дама номер 2, дама номер 3 и дама номер 4. То есть 4 дамы. Еще раз. Дама номер 1. О, сбросили. Дама номер 2. Дама номер 3 и четвертая дама. Причем здесь короли? А при том, провели руками. Король номер 1, король номер 2, король номер 3 и четвертый король. Вот таким вот образом быстренько показываем карты. Заодно можно проверить, кстати, степень внимательности вашего зрителя. Даже если вас заметят и скажут, что там что-то одинаковое, скажите, ну... Это мой такой тест-фокусник. Просто для себя я вычисляю, насколько зритель внимателен. Ну что ж, друзья, на этом все. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. А обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, потому что там мы делимся самыми свежими новостями и наработками. Ну и, конечно же, подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Там я собрал фокусы, которые редко встречаются. Это все абсолютно бесплатно. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И пока.